Здравствуйте, дамы и господа, и сегодня у нас очень интересная игра, дуэльная карта, режим 1 на 1, это карта «Битва в болотах», и сегодня у нас играют на севере, это Эльдар, никнейм Бастард, прямо как Джон Сноу. Эльдар с такой интересной серовато-зеленой расцветкой. Он строит уже себе портал аспекта и через Shift заказал себе генератор. Великолепно заказывается первый взвод дозорных, второй взвод дозорных и сразу заказывается камень аспекта жнецов, потому что будет, ну, заказывать, соответственно, жнецов. Построил камень аспекта. Видите, зеленый камушек, собственно-то, загорелся. Вот это и есть. Камень аспекта жнецов. Против него играет Некрон. Играет Сталк Икс. Это очень интересный Некрон. И он своими парнягами, своими скарабчиками начинает строить генераторы. Вот он уже достроил один, второй, третий и четвертый, и даже пятый заказаны сразу через Shift. И парни с кораблей строители сейчас подзакажутся. Слева на западе своей базы скоробей строитель уже захватывает первую стратегическую позицию. Я думаю, это сделано именно вот с западной части, потому что если сюда будут заходить подразделения противника, чтобы они вот сюда не особенно хотели стремиться, ведь если тут будет прокачанный обелиск, он бджух ударит, плюс тут солдаты встретят. Так что это будет довольно-таки укрепленный объект, и все будет здорово. Мы видим то, что рабочие распределяются адекватно, они строят генераторы, и в принципе скоро они их достроят, и будет довольно-таки неплохой прирост. Мы видим вот взвод темных жнецов, он есть, но качается уже укрепленный обелиск. Темные жнецы, возможно, хотят тут сдекапить, но им это, скорее всего, не удастся, потому что моментально накинется здесь шаблон. Да, мы видим то, что с реакцией все хорошо у нашего Некрона. Однако, если мы говорим про стратегию, я бы сказал то, что, возможно, есть какие-то проблемы. Почему? Потому что два отряда темных жнецов уже начинают стрелять со всех сторон, но тут генераторы, тут рабочие, и, в принципе, надо как-то с этим что-то делать. И если он сейчас нападет, к примеру, на этих скарабчиков, их нужно куда-то сюда будет уводить, бежать ими. Скорее всего, так и произойдет. Давайте обратим внимание, мне прям интересно, что он сделает. Уведет ли он? Да, он все делает правильно. Он уводит на этот, видит, ну все, ушел, все, давай, пошел ты. И начинает бить. Опачки, это уже первая такая тактическая победа. Не скажу, что стратегическая, но тактически да, это победа, потому что он уничтожает целый один отряд дополнительный, который потом надо будет заказывать. Уничтожит ли еще одного? Нет, не уничтожил, и надо достраивать генератор. Раз отряд воинов-некронов, два отряд воинов-некронов. Да, он выкурил противника с базой, с одной стороны это так, с другой стороны он очень сильно помекрил. Но с другой стороны, обратите внимание, прирост плюс 70 это просто великолепно, это воистину волшебно. И тут, возможно, даже второй отряд скоробеев тоже ему удастся уничтожить. Да, он залез в угол, и отсюда ему не сбежать. Он отъехал в сторону, может быть, противник забудет о нем. Может быть, это так. Надо подвести воинов Некронов, вдруг он забудет про меня. Нет, скарабчик, тебе крышка, жесть. А своими скоробеями, кстати, разведают базу противника. Каковы приросты у Эльдара? 68 на 10. Заказывается скульптор. Давайте посмотрим, сколько скульптора. Раз, два, три. Это будет четвертый скульптор. Почему? Потому что надо тут скульптировать. Надо везде все застраивать. В принципе, это нужная вещь. И самое главное, нужно будет делать телепортацию. И противнику на базу в том числе кидать способность паутина. Либо, как ее официальное ее название, это саркофаг, которая запрещает исследование, если это какое-то атакующее здание, оно перестает стрелять, то есть инактивация здания. Это очень важный момент такой. Обратите внимание, некроны чувствуют себя великолепно, они подходят, они даже могут коцать, они, кстати, неплохо это делают, но тоже нужно зафиксировать. Опачки, подошел и кинул. Посмотрите, насколько неприятно это. Тем более на такой карте, когда ты подводишь рабочего вот так, делаешь телепорт и на крысичах запрещаешь своему противнику что-то делать в главном здании. А насколько вы помните, ребята, все постройки, все улучшения, большинство
манипуляции, которые проводятся расой Некрон, они осуществляются именно в главном здании. Но ничего страшного, в ответ на это героически Некрон начинает строить очередной генератор, это уже 7-й генератор по счету, и будет экономика плюс 80. На экономике плюс 80 реально можно неплохо под это подкачаться и чувствует себя прямо шоколадно. Фиксируем раз обелиск 2, 3, 4, тут тоже прокачается. 4 обелиска уже есть, это плюс 60. И если тут застроить, будет вообще шоколад. Сюда бы, кстати, подвести, наверное, рабочего, если никто не сможет помешать. Опачки, кстати, идет урон. На, просто скульптор погиб. Посмотрите, от него ничего не осталось. Хотя, вот видите, что-то тут лежит. Такие. Молодец, Некрон. Просто унизил своего обидчика. Герой регенерирует, стоит рядом с подкачанным обелиском, который, если что, ударит силовым гауссовым орудием в землю, которое разбросает всех. И посмотрите, он просто в очень нужный момент подводит скарабчиков. И скарабчики уже будут... Нет, скарабчики ничего не будут, потому что он им не нажал, по-моему. А видящий использовала свою способность. Это такое поле, которое одно, ну так равномерно дамажит всех. И Некрон-воины решили все-таки отойти, ретироваться отсюда. Застроен, кстати, обелиск, его долго придется тут уничтожать. А если бы он тут турель условно какую-нибудь построил, возможно, это был бы серьезный укрепленный такой объектик. Хотя, с другой стороны, обратите внимание, Некрон пытается подпушить здесь. Он делает все правильно. Он лишает противника точек, он декапит их, чтобы тратить время, чтобы противник тоже что-то делал. Опачки, посмотрите, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Я не скажу то, что недоконтроль, просто не заметил. По сути, не заметил. И он двумя по этому скульптору пришел, и гауссову турель отказал, и монолит. А тут выход в Т2, представляете, насколько это было бы круто, выход Т2. Он ударил по скульптору, и тут надо просто добить, добить. Вот это было бы очень здорово, если бы можно было это добить. Прямо в моменте это была бы просто победа, потому что минус 2 скульптора, они тоже стоят денег, это неприятно. Приятно. Давай. Так, скарабчики, работайте, братья. Нет, ничего они не делают, потому что тоже, возможно, секунда была потеряна. И это 100% минус скарабчики. В свою очередь, обелиск на северо-западе, да даже не на северо-западе, мы видим на западе карты, стоит, чувствует себя хорошо. Строится запретный архив, заказывается уже первый дух, прошу обратить внимание, и заказывается усиленный энергоконтур. Если сейчас прирост 80, то будет еще больше. Надо просто посмотреть, когда это произойдет. В свою очередь Эльдар качает оптику, расширяет свои лимиты путем постройки звездных врат, пытается захватить разные ключевые позиции, причем одновременно обе. И, наверное, он будет уже в будущем строить технику. Скорее всего, он будет строить портал. Да, мы видим, он ставит технопортал. Есть взвод воющих банши. Есть два отряда темных жнецов. Дозорные мы не считаем. Герой — это очень сильно. Герой очень хорош. И банши подходят, начинают бить духа. Вы посмотрите, у духа два бонуса брони. Один, видите, синяя штука. Один, насколько я понимаю, за то, что он делал фаталочку. А второй за то, что рядом ему включили способность на неуязвимость. Потому что рядом находится герой. Да, поэтому видите две. Сейчас они когда подойдут, будет уже по-другому. Тут должно быть не два бонуса защиты, а один. Скорее всего, либо это потому, что подкачка была. Хотя я не уверен на самом деле. Но посмотрите, урон проходит очень сильный. Да, строятся духи, заказываются. Он, кстати, правой кнопочкой сюда мог бы, на самом деле, правой кнопочкой даже на одного из духов. В свою очередь, Некрон с другой стороны, с западного фланга, прорвал тут оборону. Идет своими скарабчиками, будет это декапить и может свою армию уже отправлять в бой дальше. Экспансию проводить. Что-то мы видим строится, но это уже улучшенная система пробуждения. Вот это уже вопрос серьезный. Духов побили взвод воющих банши. Лорд Некронов очень-очень сильно получает урон от воющих банши. Неужели они его прирежут? Не знаю. Посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут использована способность, насколько я понимаю, да? Неуязвимость. Да. И они переключаются снова. Да, они переключились и реально могут зарезать его.
Нет, он делает телепорт и начинает бить точку. Вообще хорошо. И, кстати, обратите внимание, урон по точке хороший. Мы сюда еще вернемся. Урон по точке очень хороший. Два отряда воинов-некронов получают по лицу, потому что тут есть слышащий алтарь. Раз. Гравитанг-сокол. Два. И внутри есть парни, которые тоже сражаются. Но когда они высаживаются, конечно, по ним урон идет довольно-таки неплохой. Надо немножко гравитанг-сокол отвести. И, да, высадиться и уже стрелять. И тогда будет немножко покомфортнее. Но, с другой стороны, вот эти духи противные, они, конечно, подходят и просто начинают бить здание, добиться на свете. Это очень неприятно. Кстати, обращу ваше внимание, до прокачки духа они имеют Infantry Heavy Medium, после прокачки Infantry Heavy High. Я даже не знаю, кого назвать лучшим юнитом, самым сильным юнитом победы. Но я хочу сказать то, что для меня, вы можете в комментариях не согласиться, конечно, для меня самое главное, чем обладает Некрон, это великолепнейшей базой и супер крутой экономикой. Вы обратите внимание, у него экономика плюс сотка. Поэтому, если ты строишь побольше всяких зданий, то ты и становишься крутым кабаном, пацаном и так далее. Вот, поэтому я бы сказал именно заказ. А база это всегда база. Вот так. Молодец, Некрон, отлично. Отлично показал нам, как играть. Давайте на ресурсы глянем. Ресурсы. 4400 получил влияние, а этот энергии 4300. Ну, естественное дело то, что Некрон победил. Гений экономики. Большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!